Всем доброе утро. Это короткое видео про то, как делать вклад в лагерный гриль. Обычно я покупаю синюю еду у Лафиты в Ратуше, только потому что это быстро и недорого. Не хожу добывать ее на карты, потому что это занимает лишнее время, и не отдаю свою синюю еду, которая у меня лежит в ящиках. Стоит это все дело всего лишь $300. И нужно покупать мед, покупайте молоко, потому что оно стоит в 2 раза дешевле. Покупайте 3 штуки, потому что 3 – это максимальное число еды, которую можно вложить за раз в лагерь, в лагерный гриль. Подбегаете к Марии, отдаете ей 3 штуки, получаете 60 очков вклада в лагерь. Советую набирать всем лагерям, всем совет, точнее, говорить всему лагерю, чтобы они брали, покупали синюю еду, отдавали ее, потому что супер удобрение будет давать вам баф на 6 часов. Они все дают на 6 часов, но дают разные бафы. Это дает меньше всего, там 2 или 3%, а этот от 5 и выше, если я не ошибаюсь. Собирается лагерный гриль 2 раза в день, советую не пропускать, собирать и получать бафы для фарма, для урона по зверям, для защиты от ближних атак. Если не ошибаюсь, там бафы 5% на сбор, на дерево. На сбор дерева, камней и конопли. Это то же самое, что сделать фуршет, но при этом это альтернативное, то есть это дополнительно к фуршету вы можете получить еще 5%. Следовательно, будет 10% и уже совсем другой сбор. Если особенно вы собираете эксклюзивные предметы по типу стебля джута или табака с кремнием, то вы будете получать намного больше, чем если бы вы были без этих бафов. Все, советую. Очень советую делать этот лагерный гриль всем кланам, всем его есть, не забывать, и идти фармить после этого. Все, спасибо за внимание.